Итак, народ, всем привет. Сегодня получил посылочки с телефоном и буду делать на них обзор. Можете не переживать, в одном видео я на все сразу обзор делать не буду. Буду делать поочередно каждое видео по одному телефону. Так, и сейчас первым мы посмотрим вот эту коробочку. У нас тут Nokia Mi 72. Сейчас мы посмотрим, что у нас там в коробочке лежит. Надеюсь, телефон здесь на месте. А то мало ли, если второй будет появляться. Ага, на месте. Вроде. Так, тут у нас в комплекте, значит, зарядочка идет в Nokia. USB кабель. Он печально короткий. Наушники обычные, да, обычные, и мануал. Такой мануал у нас тут. Ой, извините. Так, на английском языке расчехался я сегодня. Так, коробочка в сторону и сам телефон. Так, вот он упакован. Сейчас мы посмотрим внешний вид телефончика. Внешний-то вид, знаете ли. И ничего, так выглядит хорошо. Хорошо. Сейчас попробуем включить телефончик, если, конечно, не заряжен. Ага, вот он включался свет. Да. Ну, что-то прикольно, конечно, у меня вот эта вот кнопочка на телефоне светилась. А так не видно, конечно. Заставочка Nokia стандартно запрашиваю, значит, Delta, Helium. Так, сейчас мы выставим русский язык. Здесь он будет тоже далеко, может быть. Русский язык, где язык вообще выставлялся? А, вот там вышло. Вот, даже украинский есть. Прикольно. Это хорошо. Так, что-то. А, вот. Ну, как он выставляется? Что вот надо? Окей. Есть. Сейчас телефон перезагрузится и будет. Нам счастье, будет русский язык. Наверное. Что там выключился? И включился, выключился. Неправильно же. Установлена пленочка заводская. Ну вот у нас все на русском языке. Все на русском языке. Все отлично, можно пользоваться. Телефон, что надо. Такие вот
кнопочки непонятно. Звук. Громче, тише. Так, зайдем на ниточку. Ну-ка. Мне больше показывает комнату, да. А, это он видео снимал. Интересно. Так, а где же фото? А, эта кнопочка, оказывается, сенсорная. Вот почему она мигает. Если он заметно, сейчас видно, как он работает. А так не видно, как она светится. Только на телефоне видно. Походу, здесь инфракрасный какой-то луч. Так, ну, в общем, ладно, не важно. Так, ну, как же нам теперь посмотреть информацию о телефоне? Угу. И сейчас у нас тут будет информация про телефон, версия ПО. Дата версии ПО 2012 года. Что там дальше у нас? Установленный язык. У нас модель E72.1. Тип прошивки RM550. Последняя версия. Так, ну что, сейчас заглянем на подписчику. Посмотрим, что там у нас. Крышечка металлическая, батарейка. А что под батарейкой? А под батарейкой у нас плата, видно. Так, а вот непосредственно информация под самой батарейкой. Ну что я могу сказать по поводу этого телефона? Качество хорошее, в принципе, телефон работает. То есть, в принципе. Ничего не было, здесь не должно. Все работает, самое главное. Камера здесь неплохая, я потом сделаю снимочки и в конце видео выложу фото и видео, как снимает камера, ну, чтобы вы не видели. Вот такой вот у нас аппаратик. Ну, в общем, всем пока, с вами был канал Гаджет X, меня зовут Кащенко Сергей. До новых встреч. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Пока. Вот так вот снимает камера телефона Nokia E72.